еще я топовый РЛ ПВПшный, аутдоровский этого сервера. Ну, круче у меня никого нет. Я одновременно играю в Hellscream и Going to Die. И являюсь офицером. Если ты на сервисе в ПВЕ ворвешься в какую-либо столицу, ты долго не прожжёшь. Тебя раскидает один парень в воде. Да, братан, поверь, нихуя так не будет. Особенно если мы войдем во что. Это я знаю там каждый угол, я знаю там бастал своей собакой, там каждый кирпич. Я имею в виду тут, ну, в Ири разница большая. Тут начиная с 200 рейтинга, ты будешь выходить, ну, то есть 2 на 2, и видеть ДК 60 тысяч хп. Не путай арену и аутдор. На арене на БГ не работают ПВЕ. Маза мест это совсем другое, да. Я просто, ну, мне реально, я за 3 дня вас сделаю топовую гильдию, которая в Алдоре даст пизды любому на арене, например, в Рубаше. На хиллскримов соберемся, пускай они собирают по пэшмоте, я за 3 дня вас там тренирую, вы въебетесь их вообще в ноль. Блядь, эти хиллскримы бомжи ебают. Ой, извиняюсь за мат, если еще не... Так они только вроде появились, нет? Ну они бомжи, блядь, с хиллскримами. Ну, на самом деле, по факту, это вполне реально. ПВЕшники дрессировки не поддаются. После того, как я с вами был с вами на Синдрагосе, я верю в то, что нет ничего возможного, невозможного. Проще Гагарина в космос отправили. Главное, чтобы железо было хорошее. И все. Да, гир тоже, конечно, решает. Безусловно, гир и хороший комп. Ну, вот я, например, в PvP, когда рулю, ну, я делаю хитрости. Я, ну, знаю, там, например, что там вот топовый демагер, я ставлю ДК и рогу какого-нибудь на этого топового демагера, выдергиваю, там, убивают его, или стопают, похуй, там, в принципе, собственно. Вот. Первые бурсты диспелим, потом врубаем свои диспелы и просто там идет уже своим 260-м шмотом разнос. Пыш-пыш-пыш. Так, СПД дух. Какой цвет сокета? Фиолетовый? Ага. Что там, 10 тел планируется или нет? Сейчас будет. Да-да, вот. Еще не добивают Томми. Ты мог бы долго умирать. Они не просто долго умирают, они охуенно долго умирают. На боссе нам пизда будет. И два эрдрухилы. Ёбаный по голове, блядь. Лок бы уже прибежал, нахуй, еще раз бы упал, блядь. Тоже мне проебывается лежит, блядь. Тоже бесит такая хуйня, нахуй. Видишь, 5 мобов, блядь, рейд стоит, бьет, дрочится, блядь. Ты лежишь, нахуй. Нихуя себе. Так лучше ж полежать, я подниму. По башке бы дал разок, нахуй, сразу перестал бы, блядь, бежать, нахуй. Ну, есть такие Алёша. Ч,
Что-то вот сегодня жесткий. По паровозикам дал бы, по локу дал бы. Всем бы дал, да? Раскидал бы на. А, кстати, про паровозики. Был еще какой-то фильм, там, то ли Скины, то ли как он назывался, старый, там, 90-х годов. Там про какую-то колонию малолетнюю. Ну и там было тоже, типа, блядь, чувак приходил, короче, там, и говорит, давай запустим паровоз. Это стрёмно, это, короче, другая тема. Я ебал бегать, как долбоёб, нахуй. Блять, я потерялся в пространстве, сука. Драконы, нихуя себе. Прист, вставай. Мертвые не знают страха. Я опять упал. Я завис вообще на месте.
заебал нахуй. Ебаный дракон, бля. А есть бы РПО? Нет, когда уже. Прикольно, я после смерти паладина по урону добил. Самый простой килл в моей жизни, Аниксей, блядь. О, шапка, шапка, шапка. Это затончило, вот вы сдохли, блядь.